«Для вас, любимые». Под таким названием во Дворце культуры «Юность» состоялся традиционный вечер, посвященный сразу двум праздникам – Дню защитника Отечества и Международному женскому дню для ветеранов градообразующего предприятия. Женщины все необычными стали, славные, нежные, все до одной. А у мужчин вдохновленные лица, гордость в осанке, уверенный взгляд. Милые женщины, дорогие мужчины, пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, а удача всегда будет на вашей стороне. Концертный вечер начался со слов поздравлений директора по персоналу и социальной политике акционерного общества «Саянскхимпласт» Андрея Генриховича Куприна. Что касается нас, заводчан, ветеранов, да и всех саянцев, то с мартом 1973 года связано событие, когда Совет министров СССР подписал постановление о первой очереди строительства Зиминского химического завода. И это вот решение было как раз 8 марта принято. А вот что касается февраля, то тремя годами позже, в 1976 году, а точнее 16 февраля, дирекция строящегося Зиминского комбината прекратила свое существование. На ее смену пришел Зиминский химический завод. И первый директор был Николай Павлович Ворожейкин. Конечно, я от всей души хочу вас поблагодарить за ваш труд, за тот вклад, который вы внесли в годы своей работы. Большое вам спасибо. И сегодня я хочу вам всем пожелать крепкого здоровья, я хочу пожелать благополучия, хочу такой же энергичности, которая у вас есть, вы участники многих наших мероприятий. Я хочу пожелать всем мирного неба над головой, любви, заботы ваших родных и близких. Творческие коллективы, певцы и ансамбли города подготовили зажигательную и насыщенную программу для своих дорогих зрителей. Народ, где что? Где что? Народ, где что? Не лед трещи, да не комар пищи, да эхо до кома, до комы, до судака. Но поцелуй же ты меня, ну гумадушечка. Ну поцелуй, ну поцелуй меня, гумадушечка. 23 февраля и 8 марта. Недаром эти праздники соседствуют друг с другом. Ведь так же, как и в жизни, мужчина и женщина всегда идут рядом, рука об руку. Мужчина для женщины – это ее опора, могучая сила и крепкая защита. А в свою очередь, женщина дарит мужчине тепло, уют и согревает душу. Письма, письма лично на почту ношу, словно я роман с продолжением пишу. Знаю, знаю точно, где мой адресат. В доме, где весной полеса. Где ж ты, моя темноглазая, где? Вот где, вот где. В доме, где весной полеса. Женщина несет с собой в эту жизнь яркие краски, нежность, красоту и очарование. А мужчина, словно ее дополнение, обладает чувством такта, рассудительности и галантности. Любой мужчина согласится, что трудности проще пережить, когда возле него находится родная женщина. Ее присутствие само по себе мотивирует и придает силы на новые свершения.
Давай шампанское откроем за детей, за нас с тобою, за новый век. Все дороги ведут к счастью и большим успехам. Любые начинания дают отличный результат и хорошее настроение. В семьях пусть всегда царят лад и уют, а крепкое сибирское здоровье придает как можно больше жизненных сил для новых побед и свершений. И со всей деревни тянется народ, и кричит горбушка, и душа поет. Всей деревни тянется народ, и кричит гармошка, и душа поет. Соберутся люди, дети, старики, молодежь стесняя сядет у реки. Все завороженно слушают гармонь, а слова, что в душах разожгут огонь. Последний номер понравился вообще девочке. И маленькие девочки вот такие, малыши совсем. Такие лапочки, цыплятки такие. В целом концерты очень хорошие. Мы вот с сестрой часто ходим на эти концерты. И, в общем, всегда приятно смотреть ребятишек наших. У нас свои дети танцевали в этих ансамблях. И вот такое вот отношение. И вот сегодня вот этот мальчик пил, это вообще по-питерски, такое голосище, это же вообще здорово. Какие хорошие танцевальные номера, вот просто прекрасные. А как поют наши мужчины, женщины. Вообще, вот вы знаете, просто настроение подняли, хоть уже и время прошло. Замечательно, спасибо всем.